иноземцам эту Агаюкеше Фрэнки. С праздником всех пограничников! Спасибо вам за все. Ура, ура, ура! Такая смс от абонента Вулком, номер телефона заканчивается на 026. Поздравьте наших ветеранов-пограничников Славу Михайловского и Сорокина Сергея пограничника здоровья, жизни и благополучия. Я вышел ростом и лицом. Спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь-полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500. Сигналим зря, бурга и некому помочь. Давление 741 миллиметр. Новости спорта. Егор Новиков в студии. Здравствуйте. Сборная России по футболу сегодня прибыла в Швейцарию, где продолжит подготовку к Евро-2012. Подопечные Дика Адвоката провели тренировку, за которой следил наш специальный корреспондент в Швейцарии Дмитрий Сухинин. Дима, добрый вечер. Добрый вечер, Егор. Занятие нашей команды завершилось минут, наверное, 25 назад, и уже автобус с игроками сборной уехал к себе в отель. Сама тренировка продолжалась около полутора часов, и больше футболисты занимались тем, что... занятий ничего серьезного такого с точки зрения травм не произошло, только в начале, когда футболисты разминались, играя в квадратах, небольшие удары по голеностопам получили Шаронов и Денисов. Тут же медперсонал им заморозил ушибленные места, и они продолжили заниматься в общей группе. Ну и, наверное, уже можно определить стартовый состав сборной России на матч с Литвой. По крайней мере, после тренировки у Дика Адвоката спросили, знает ли он состав на матч с Литвой. Он сказал да. Спросили, в зеленых манишках играли эти ребята. Он сделал очень загадочное лицо, но вот судя по этому лицу, видимо, да, мы попали в точку. Скорее всего, получится так, что вместе с Игнашевичем вторым центральным защитником станет... Был первый выход в Нару с тремя мощными колоннами с разных концов Тбилиси к центральному месту всех революций. Утверждает, что собрали по 100 тысяч человек. И хотя изначально говорили, что это будет не протест, а всего лишь публичный... Тройка центральных полузащитников Зырянов, Широков и Денисов. Ну и вот правда не знаем, кто будет защищать ворота. Не исключено, что Дик Адвокат сейчас пока товарищеские матчи даст возможность поиграть Игорю Акинфееву.